Выпускные вечера в Московской области пройдут в традиционной очной форме, но с соблюдением мер безопасности, сообщили в региональном министерстве образования. Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе. Родители могут присутствовать, но только соблюдая все санитарные правила. Зампред областного правительства Ирина Коклюгина выразила надежду, что гости праздника отнесутся с пониманием к этим ограничениям. Соблюдать их действительно важно.